пример стратегической карты. То есть есть различные методики разработки целей, как сбалансированная система показателей, ну и другие. Ну вот пример сбалансированной системы показателей. Обычно она берется 4 перспективы. Это обучение, бизнес-процессы, клиенты и финансы. И для каждой разрабатываются свои цели. Они вот в виде таких овалов. Для каждой цели разрабатываются показатели. Показатели нужны, чтобы контролировать достижение цели. И каждая цель между собой имеет связи, которые влияют друг на друга. Схематически это как раз и есть стратегическая карта.